Добрый час, дорогие друзья! С вами Апраксина Лада, и это обещанный ритуал обретения новых клиентов. Для того, чтобы провести этот процесс, эту практику, мы с вами взяли вначале вот такое яйцо, изготавливает такие очистительные яйца, свечи из натурального воска Татьяна Прусенкова. Найдите, пожалуйста, первую часть этого выпуска на моем YouTube-канале, и вы увидите, как подготовиться. Я рассказывала, как подготовиться. Вы видите, что у нас уже половина этой свечи прогорела. И сейчас мы начнем с вами саму практику, сам процесс обретения новых клиентов. А для этого инструкция такая. Это видео можно посмотреть один раз, но лучше смотреть один раз в день. Оно короткое. Для того, чтобы через пламя этой свечи, через мой голос, через определенную практику, ты обретала или обретал новых клиентов. Итак, смотрим на пламя свечи и просто слушаем мой голос. Делаем свободный вдох и выдох. Смотрим на пламя свечи. И начинаем. Для обретения новых клиентов я, и вы называете свое имя, я теперь буду говорить «Я Лада», а там, где я говорю «Я Лада», вы называете свое имя. Итак, для обретения новых клиентов «Я Лада» прямо сейчас подтверждаю себе и миру то, что я заинтересована получать большие деньги за мои услуги или товары. Я подтверждаю мою заинтересованность получать большие деньги. Я признаю мое право иметь достаточно денег и даже больше. Глядя на пламя этой свечи, я, Лада, даю себе подтверждение. Да, я достойна иметь большие деньги. И прямо сейчас я, Лада, мысленно формирую образ моего клиента. Какой клиент для меня удобен, комфортен, интересен, приятен? Я сама выбираю образ моего клиента. Прямо сейчас я, Лада, рисую мысленно, глядя на пламя этой свечи, того клиента, с которым я была бы очень заинтересована сотрудничать, кому я с удовольствием предоставила бы мои услуги или товары. Я смотрю на образ этого клиента и понимаю, что это мужчина или женщина. Выберите что-то одно пока. Каждый раз вы можете делать на разные целевые группы. Например, выбираем, что это женщина. Я, Лада, выбираю, что это женщина. Это женщина в возрасте после 40 лет. Это женщина, у которой есть дети. Это женщина, которая заинтересована улучшить жизнь. И свою, и своих детей, и окружающую. Это женщина, которая имела испытания в жизни. И которая осталась в душе доброй и чистой. В общем, неважно, какими словами ты описываешь образ или портрет твоего клиента. Затем, глядя на пламя этой свечи, ты разрешаешь этому клиенту, этой клиентке, приблизиться к твоему полю, заметить информацию о тебе, пройти в твое пространство,
позвонить тебе или написать, найти тебя в соцсетях или на визитке, или через сарафанное радио. Ты разрешаешь этому клиенту приблизиться к тебе. Дальше, глядя на пламя этой свечи, ты разрешаешь этому клиенту сделать заказ и оплатить этот заказ достойно и качественно по тем тарифам, которые у тебя установлены. Далее ты разрешаешь этому клиенту получить от тебя услугу. Ты видишь, насколько клиент благодарен, ты видишь результат, ты видишь удовлетворенность, радость. Клиент очень доволен или очень довольна тем, что получил или получила. И клиент с удовольствием пишет тебе отзыв и рекомендует тебя другим людям. Ты предоставила или предоставил услугу качественно, комфортно, красиво, гармонично и очень выгодно. Деньги уже получены, клиент уже доволен, и ты тоже. И прямо сейчас, глядя на пламя этой свечи, я прошу тебя, возьми, пожалуйста, в руки тот предмет, о котором я говорила в предыдущем видео. Если ты не видел предыдущее видео, обязательно найди на моем YouTube-канале, посмотри. Берем этот предмет и соприкасаем его с энергией огня. Соприкасаем и затем, если это украшение, надеваем на себя. Если кольцо, кольцо, там кулон, неважно что. Если это кристалл отдельный, просто зажимаем его в ладонях. И теперь, когда предмет уже контактирует с твоей кожей, с твоим телом, я прошу тебя, находясь в контакте с натуральным камнем и глядя на пламя свечи, сделай, пожалуйста, щелчок. Вот такой. Вот такой. Сейчас приготовься. Когда я скажу раз, два, три, щелчок, делаем щелчок и произносим ту фразу, которую я скажу. Итак, приготовились. Делаем. Раз, два, три, щелчок. И произносим. Я, Лада, перешла в тот момент моей жизни, в то поле и в то состояние, где у меня уже есть достаточно и даже больше клиентов, которые удобны и гармоничны для меня, которым я с радостью, комфортно и безопасно предоставляю мои услуги и товары. Клиенты очень довольны, и я тоже. Клиенты с удовольствием платят мне деньги и рекомендуют меня другим людям. Если с первого раза у тебя не получилось сделать полностью весь процесс, найди первое видео, посмотри его, подготовься. Открой вот это видео, которое ты сейчас смотришь, пока горит свеча. Кстати, свеча чистящая. Танечка сделала ее для того, чтобы почистить. И я соединила два процесса. Эта свеча и чистит тебя, чистит твои денежные каналы, потоки, твое пространство, по которому твое поле, по которому тебя могут найти клиенты. И также эта свеча притягивает, создает, привлекает новых клиентов. И все, что тебе нужно делать, просто сохрани это видео. Делай регулярно. Ну и, кстати сказать, если ты на моем марафоне успеха, то ты делаешь еще дополнительные шаги. Около 50 практик. 50 практик я дала на марафоне успеха. Если ты еще не пришел ко мне на марафон успеха, то найди меня по ссылочке в описании к этому видео, добавляйся на марафон. Стоимость программы я назначаю индивидуально, в зависимости от задач.
консультацию ты получишь перед марафоном. Ну, в общем, пока просто наблюдаем за пламенем свечи. Продолжай визуализировать картинку, как клиент находит тебя, как он приходит в твое поле, соприкасается с информацией о тебе, с удовольствием заказывает, оплачивает услугу или товар, с удовольствием получает, тебе все нравится, комфортно и хорошо. У тебя профессиональное счастье, удовлетворенность от проделанной работы. И клиент с удовольствием пишет тебе отзыв, письменный или видеоотзыв, и с удовольствием рекомендует тебя другим людям. Другие люди также приходят, находят тебя, и все повторяется снова. Все это комфортно, безопасно, красиво, с таким творчеством, с атмосферой гармонии, красоты. Ну что же, будем заканчивать эту сессию. По любым вопросам напиши мне в соцсетях, ВКонтакте, в Телеграм. Подписывайся на мой YouTube-канал. Традиционно нажимай колокольчик, ставь лайк, пиши комментарии и приходи в мою школу. В настоящий момент у меня более 250 авторских программ. Есть авторские колоды, руны, таро, оракулы, книги, которые я написала, консультации. Ты можешь записаться ко мне на диагностику или на полный расклад на рунах, на таро. Ты можешь пройти у меня обучение или какую-то другую программу. Например, хочешь свой дом, спроси меня как. Хочешь квартиру или машину, спроси меня как. Для девочек есть женские программы, женские ретриты, очень классные. Есть целительство. Я разработала профессию биотаро. Ты можешь прийти и научиться стать биотарологом. Я преподаю руны, целительство, денежные практики. Да и много еще всего. Изучи, пожалуйста, информацию обо мне и моей школе. Ну вот я и соприкоснулась с тобой. Вот я и позволила тебе узнать обо мне информацию. Если ты смотришь это видео, то ты смотришь его очень не случайно. Случайностей не бывает. Это значит, что какая-то из моих программ или предметов силы. Я, кстати, делаю вот эти вот браслеты, амулеты, я делаю сама своими руками. Может быть, что-то тебе от меня нужно. Наверняка я делаю что-то, что улучшит твою жизнь. Поэтому я соприкасаю тебя с моим полем. Я разрешаю тебе воспользоваться всеми моими услугами или товарами, которые улучшат твою жизнь. Я радостно принимаю тебя в число моих клиентов или учеников, или просто подписчиков. Кстати, для подписчиков у меня всегда есть подарки. Напиши, я тебе дам подарки. И я с удовольствием предоставляю тебе и обучение, и услуги, и товары, и курсы, диагностика, расклады. Я знаю, что ты останешься доволен или довольна. Я знаю, что ты напишешь отзыв. И я знаю, что ты будешь рекомендовать меня другим людям. Так и есть, так и работает. Все еще горит свеча. Вы не спешите уходить. Чем дольше вы смотрите на пламя этой свечи и слышите мой голос, и находитесь в атмосфере этой практики, этого процесса, этого ритуала, тем лучше и быстрее вы сработаете в вашем поле и обретете новых ваших клиентов. Я очень благодарю вас за то, что вы приходите смотреть мои выпуски. Я не супер
крутой блогер или мастер. Я просто живой человек, с удовольствием записываю для вас видео настолько, насколько мне позволяет моя техника, мои умения и способности. Уж не судите строго. Лучше похвалите и поддержите. Особенно комментарии всегда приятно читать. Вот и все, друзья. На этом будем прощаться. Напиши мне в соцсетях и получи от меня подарки, диагностику, марафон новых клиентов и что-то еще, что улучшит твою жизнь. Всем пока!